Говорят, что Дагестан – это страна гор, но вершины этого края не только заснеженные зимой и цветущие весной возвышенности. Каждая из них хранит в себе величие и мудрость горских народов, для которых честь, достоинство, доброта и справедливость, мужество и милосердие являются нормой жизни. Имам Шамиль, да будет Всевышний милостив к нему, самая большая вершина нашей истории, на которую вот уже несколько столетий смотрят многие, но увидеть все стороны не сможет никто. О нем говорили и говорят по-разному, но все и всегда с заслуженным почтением, ибо эта личность покорила сердца людей величием подвига, гранями которого стали любовь к своему краю, стремление сохранить свободу, милосердие к людям и твердое следование предписаниям Всевышнего. Он объединил горцев под знанием ислама и почти 30 лет показал всему миру, как можно и нужно жить по законам высшей справедливости. Он не боролся против кого-то, не против царской армии. Он боролся за свою родину, за свою религию, за свободу, за будущее народов Дагестана. Даже подписывая договор о мире, он поставил такие условия, которые сохранили для нас нашу землю, нашу религию и культуру. Память о великом имаме в нашем городе хранится в сердцах людей и передается потомкам с любовью к Дагестану. Как передают старшие, через Хасавюрт проходили пути передвижения имама Шамиля. В одной из мечетей имам останавливался и совершил намаз. В городе о нем напоминает самая большая и благоустроенная улица. В республике много объектов, предприятий и общественных организаций, связанные с его благодатным именем. Международный фонд имама Шамиля, культурно-историческое общество Акульго и много других, которые ведут свою деятельность не только в Дагестане, но и во многих регионах России и даже за рубежом. Много ученых занято исследованием его жизни, духовного и научного наследия. Много литераторов посвящают ему свои произведения. Мы помним об этом и стараемся не потерять связь с этим благодатным источником. Пока память о предках жива, значит, живем и мы. Если мы сохраним и сможем передать детям, значит, и они будут жить. Пусть Дагестан живет так, ради чего жили и отдали своей жизни имам Шамиль, его героические мюриты.